Мероприятие было направлено в первую очередь на выявление и уничтожение незаконных посевов и дикорастущих наркосодержащих растений. Полицейские предупреждают о том, что за выращивание дурманящей растительности наказывают рублем, штраф до 40 тысяч, или же есть риск поплатиться свободой и угодить за решетку на срок до 3 лет. Даже если наркосодержащее растение выросло случайно, например, на дачном участке. В этот раз полицейским попался один горе-садовод. Один человек привлечен к уголовной ответственности. В отношении 42-летнего мужчины, ранее судимого, неработающего, возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование наркосодержащих растений. У мужчины дома в квартире были обнаружены 33 куста марихуаны, а также более 170 граммов, готовой к употреблению марихуаны. За данные деяния мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Еще 4 человека были привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков. Второй этап операции «МАК» стартует в августе, но уже сейчас можно сообщать о том, где торгуют смертью. Телефоны указаны на экране.